Есть прекрасный город в Дагестане, с детской белокаменной душой. Там легенда, каждый дом и камень, Там народ душевный и простой. Песень поет у моря голубого, Где на пляжах золотой песок. Нет другого города такого, Бесконечно долг его срок. Приезжайте гости в город древний в город удивительных красот, где овеян ветром и легендой трудится и дышит мой народ. Дорогие друзья, недавно мне посчастливилось побывать в Дагестане, в замечательном городе Дербент. Я приглашаю вас совершить виртуальную экскурсию в эти замечательные места, и почувствовать душевность, теплоту и гостеприимство древнего народа Кавказа. Дзербет – один из самых древних городов России и всего мира. Он находится на самом юге нашей страны, в республике Дагестан, на западном побережье Каспийского моря, недалеко от устья реки Самур. В переводе с персидского его название означает «узкие ворота», что полностью соответствует расположению на местности. В узком трехкилометровом перешейке между горами Большого кавказского хребта и Каспием, где хребты практически вплотную подступают к побережью. Дербент насчитывает 2000 лет истории, хотя некоторые ученые придерживаются версии, что его гораздо больше. Все 5000 лет. И это не предел. Как бы там ни было, старый город Дербента невероятно атмосферное место начиная с крепости и заканчивая побережьем Каспия. Начнем нашу экскурсию с крепости Нарынкала. Нарынкала в переводе означает «солнечная крепость». Дербенский комплекс – единственный в мире сохранившийся памятник древнеперсидского оборонительного зодчества. Признан ЮНЕСКО всемирным памятником наследия. 15 веков мощные стены крепости, а это 3,5 метра в ширину и до 25 метров в высоту, служили защитой персам, монголам и арабам. Главный символ Дербента занимает огромную территорию и высоко возвышается над городом. Виды оттуда открываются фантастические. Проект задуман так, что стены повсюду двойные а в сторону Каспия выходит узкий проход – Каспийские ворота. Внутри стен есть целый список объектов, обязательных для посещения. Это Ханский дворец, образец персидско-дербенского зодчества, Комендантский дом – тут решались государственные вопросы, Зиндан – подземная тюрьма, Гауптвахта с искусственными террасами – начала XIX века – Дак, копы. Тайный ход, проделанный в горной породе. Ханская баня. Полуподземное сооружение с сохранившейся планировкой. Одна из главных причин съездить в Дербент – прекрасно сохранившийся исторический центр. Он представляет собой единый ансамбль со старинными улицами. Они плавно спускаются от верхней точки к побережью. И по древней традиции Улицы не имеют названий, только номера магалов, районов и домов. Древнейшая мечеть России Джума также находится на территории Дербента. Когда-то здание храма было захвачено арабами и перестроено в мечеть, поэтому вход расположен не с севера, а с юга. В советские времена Мечеть была единственной действующей на Северном Кавказе. Независимо от вероисповедания, это место стоит посетить. Женщинам при входе бесплатно предложат накидки с капюшонами. По-другому не попасть. Музей «Девичья баня». Девичья баня – это действующий музей недалеко от мечети. Очень необычная достопримечательность Дербента. Представляет собой традиционный для Востока тип бани, подземный. Там мылись невесты перед свадьбой. Причем не просто купались. Это был своеобразный ритуал, когда девушек сопровождали подруги и музыканты. Экспонаты музея рассказывают гостям о том, как это происходило. Армянская церковь. В здании армянской церкви на улице Рзаева расположен музей ковра. По будням там проходит мастер-класс по изготовлению шерстяных изделий. Среди экспонатов, помимо ковров, посуда, украшения, пояса и другие предметы быта. Есть в Дербенте и современная часть. Это набережная, которая тянется вдоль городского пляжа. Раньше считалось, что променада в городе нет, но прогулочную полосу все-таки отремонтировали, где-то построили с нуля, и теперь она выглядит современно и симпатично. На побережье можно обнаружить еще одну популярную достопримечательность Дербента ⁇ экраноплан Лунь это огромный корабль с крыльями, рожденный в СССР, чтобы парить над водой. Судно в буквальном смысле должно было лететь над морем, едва касаясь поверхности специальными воздушными подушками в крыльях. Теперь экраноплан нашел пристанище на побережье Дербента, и вокруг него обещают оборудовать парк «Патриот». Некрополь Кырхляр. Кырхляр – особо почитаемая святыня Дагестана. Она расположена недалеко от ворот Кырхляр-Копы. Вход на территорию Некрополя бесплатный. Гулять там не страшно. Людей всегда много. Название Кырхляр переводится как «сорок». В центре кладбища – сорок надгробий шахидов, святых, сложивших голову за веру. Рядом – Каменная люлька, которую посещают пары, желающие иметь детей. По легенде, если ее качнуть, дети обязательно будут. А если женщина не сможет сдвинуть колыбель с места, то родить, скорее всего, не суждено. Есть в городе довольно молодой музей «Дом Петра Первого», открытый к 2000-летию Дербента расположен на улице Зои Космодемьянской. На территории установлен памятник Петру I и стоит дом «Землянка», где император останавливался во время персидского похода. Построено музейное здание и зоны отдыха. Национальная кухня. Ласковое море, яркое солнце, улыбчивые люди и отовсюду пахнет ароматной выпечкой и потрясающими специями, без которых сложно представить кавказские блюда. Если вы хотите ближе познакомиться с дагестанской кухней, нужно приехать в этот гостеприимный край. Дагестанская кухня складывается из кухонь тех народностей, что живут на территории республики. Это даргинцы, лакцы, лезгины, аварцы, табасаранцы, агульцы, нанайцы, в Дагестане смешалось более 40 разных национальностей, каждая со своими обычаями и кулинарными традициями. В Дагестане едят много мяса, в основном баранину, реже говядину и птицу. Мясо готовят тщательно, чтобы сделать его максимально мягким. Если делают шашлык, кусочки мяса чередуют на шампурах с овощами, томатами, баклажанами, болгарским перцем, свинина запрещена по религиозным соображениям. Самые популярные блюда – это хинкал, чуду, шашлык, сушеное мясо, курзе, урбеч и, конечно, различные чаи на душистых горных травах. Дербент умеет произвести впечатление. Уверена, что все, кто побывает в этом замечательном городе, захочет снова сюда вернуться, чтобы глубже проникнуть в его историю, ближе познакомиться с культурой, традициями и вновь окунуться в атмосферу гостеприимства древнего народа. У нас в горах не бывает гостей маленьких или больших, важных или неважных. Самый маленький гость для нас важен, потому что он гость. Самый маленький гость становится почетнее самого старшего хозяина. Не спрашивая, из каких он краев, мы встречаем гостя на пороге, ведем в передний угол поближе к огню, усаживаем на подушке. Гость в горах всегда появляется неожиданно. Но он никогда не бывает неожиданным, никогда не застает нас врасплох, потому что гостя мы ждем всегда, каждый день, каждый час и каждую минуту. Так говорил Расул Гамзатов. Качает горный ветер колыбели, а ульским малышам, который век Слагают колыбельную метели и снег лавин, и волны горных рек. Пусть будут наши дети удальцами, Пусть славы дагестанцев не чернят. Орлы, парившие над их отцами, Над маленькими горцами парят. Спасибо за внимание.